Так, тут у нас-то такой вкусный. Так, я предлагаю уйти. Первопроходцы башни снаружи. Ева, тебе не стоило меня кусать. Всем привет, вы на канале Крошки Евы, и тут мы, ребята, уже проходим башню, уже аж не терпится, вот, и я что-то решила от первого лица, у меня все время какие-то разные челленджи, то от телефона, то от первого лица, то еще с чем-то. Так что, вот вы можете видеть, вот Ульяна, вот там где-то Йоша уже упрыгал, привет, ребята. Да, привет. Привет, привет, я уже, да, уже немножечко ушел, уже, так сказать, огибаю, аккуратно огибаю все светяшки, осторожно, опрыгиваю их, да, и вам советую, потому что светяшек тут, честно говоря, видимо-невидимо, как говорится. Да, дельный совет. Да, я, кстати, уже на финише. Ага. Я уже на финише, я уже... Ого! Да, доволен. Доволен жизнью, доволен собой, доволен, кстати, своим классным новым эффектом. Да, если не видели, посмотрите видео Ланы, его в конце выбил, супер здорово. Вот, и, собственно говоря, жду вас. А я иду. И Ульяна вот за мной крадется. Мне так не нравятся эти лягушки, вот эти вот, как они, кувшинки, не кувшинки, вот эти вот странные. Да, лягушка это ты, а это покемоны. Покемоны. Слушай. Вернее, пахманы. Знаешь, как легко на самом-то деле можно понять, что ты пропрыгаешь, короче, это. Вот как только... Ну, она, получается, крутится против часовой стрелки. Ну да. Как только мимо тебя проходит вот эта вот пустота, сразу прыжочек и вперед. И получается отлично. Оп, и прыжочек туда. Отлично, отлично, молодец. И то же самое надо сделать здесь. Оп, прыжочек. Все, видишь, это... Если что, это были сейчас гайды от Йоши, как проходить тавр. Вот такие советики. Да, это, в принципе, на самом-то деле все довольно... Просто, если разбирать это по деталькам. Да. Так, детальки, я к вам уже иду. Давай, давай, деталька, сосиска. Сосисочная деталька. Так, вот тут, кстати, осторожнее, Ульян. Теперь уже и Ева, да. Потому что там светяшки, гора светяшек, да. Ой. А как тут допрыгнуть? Да, нормально. Я знала, я чувствовала, я знала. Нет, Ульяна, зачем? Куда ты прыгнула? Я ненавижу этот уровень, я его очень не люблю. О, Йошина тень. Это я, да. Подожди, как мне? Вот так встать? Это Йошина тень. О, Йоша, у тебя две тени. Одна... Да, кита. О, одна на полу, другая на стене. Подожди, я не вижу на стене. Ну, потому что тебя закрывает финиш тавера. А, вот, теперь вижу. Слушай, интересно, что это так работает странно? Знаешь, как у этих, у вампиров нет тени, а у тебя аж две. Ну, я просто отобрал тень у вампира, как бы, вот, все просто. Или знаешь, это как на футболе, там же с разных сторон вот эти вот проекторы. Ой, точно, да-да-да. И получается так, что у тебя там не одна, не две, а четыре тени, они же с четырех сторон. А что с лицом? Ева, что с лицом? Отойди от меня, Ева, чё, Ева, кыш, чё кыш с лицом? От меня. Я отойду, я от тебя сам отойду, не надо. Ну-ка, отойди от меня, паучина. Всё понятно. Паучина. Ёша, кусь. Не, Ёша, может, Ульяна, кто Ульяна, там? Не поднимайся, я иду давай, к тебе. Давай, давай. Я иду к тебе. Ничего, ничего плохого. Ничего плохого. Теперь поднимайся. Держимся вместе. Поднимаемся, держимся вместе. Я согласен. Давай, давай. Осторожно, Ёши, береги бок, береги бок. Брысь отсюда, паучина. Бок, берегу бок, все верно. О, Ева, нормально, Ева за мной не успевает, нормально. Успеваю. Благо тут нельзя бегать быстрее, хорошо, что нельзя тут бегать быстрее, отлично. До свидания, Ева, до свидания. Так, она, смотри, она нас поджидает, она нас поджидает. Паучина. А ну стой. А я упрыгала. Ульян, убегаем, сразу убегаем, Ульян, убегаем, кусь, отлично, убегаем, кусь, Ульян. Кусь. Так, и проходи этот уровень, потому что если не пройдешь, то... Кусь. Она укусит тебя. Ничего себе. Она укусит и не пожалеет, не пощадит тебя. Так, подожди, а где она делась? А, она уже проходит. Ого, ребят, я тут вообще обычно не проходила никогда. А принцип тут простой на самом-то деле. Вот, хоп, и в принципе все. Ничего сложного в этом уровне нет на самом-то деле. Не знаю, немножко тяжко, мне кажется, тяжко. Так, Ульян, ты поняла принцип? Нет, пока нет. Смотри, я спущусь и помогу, и объясню. И объясню всем ребятам, которые не знают, как проходить этот уровень. В общем, смотрите, только прошла, запрыгиваем. Раз прыжочек, два прыжочек, и вот тут прыжочек на следующую, так сказать, ну, половину, я видела, потому что она вот когда проходит, да. Ну, у меня что-то не получается. Да, вот, в принципе, это легко, это довольно легко, давай, пытайся. Ой, стой! Раз прыжочек, вот тут два прыжочек, нет, там надо было второй прыжочек.
Так, я тут пытаюсь людей учить, а ты что? А ты что? А ты что, Ева? Совесть есть у тебя, твоя паучья? А я павук. Павук. Брысь, павук. А вот и нет. А вот и вообще-то да. А вот и нет. Так, Ева, не ходи. Ева, ну зачем я тебе? Ева, я невкусный, я такой костлявый, я вешу мало, кожа до кости. Да. Да, я не... Зачем тебе меня есть? Это лишнее. А может, я косточки люблю? Косточки? Паук, который любит косточки, это сильно. Слушайте, как будто светяшки замедлились, не знаю, как будто в матрице, знаете. Возможно, кстати, да. Ой, я думала, что я сейчас как шаркану с этой своей короной. Шаркану — это от слова шарк, акула типа. Да, это точно. Так, ребята, слушайте, мне что-то даже хочется тут по стенам поползать. Прям вот в настоящего паука, так сказать, превратиться. Ева, ты меня пугаешь. Интересно. Можно не надо, пожалуйста? Можно остановиться? Можно, главное, вовремя остановиться, Ева. Ты же понимаешь, что это дело такое. Нет. Как нет? Нет. Осуждаю. Нет. Да, вообще-то да. Так, кто-то у нас тут такой вкусный. Так, я предлагаю уйти. Нет, тут нет никого вкусного совершенно. Мне кажется, я даже медленно стала ходить. О, так, ням-ням-ням-ням-ням. Так, ну что, ребят, тут что-то... О, да. Йоши. Мамочка. Смотрите, Оми. Что-то не так. Ты что сделала? Ты нас покусала, что ли, Ева? Ты что? Да, я всех покусала. О, какой кошмар, идите сюда, здесь так страшно и стрёмно вообще. О, господи. Я чувствую себя нехорошо после прохождения этой штуки. Да-да, я пройду-то, на ёлки. Согласна с тобой. Как здесь физика-то работает? У меня такое ощущение, что ноги-магниты. Ноги-магниты, какой кошмар. Так, а чё, как тут идти-то дальше? Ну, я без понятия, вот, наверное, как-то... Ева, тебе не стоило меня кусать. Так, минутку, тут можно допрыгнуть? А-а-а, да, можно, нормально. Так, ну я пошел проходить тавер, собственно говоря. А мне не получается. А у меня все хорошо, у меня все отлично. Я чувствую себя человеком-пауком. Спайдермен. А я его, собственно, прошла. Так, я пошла по стенам догонять Йоши. Да, не догонишь, я слишком быстрый, я слишком сильный человек-паук. А тут нету огня. Нету огня? О, осуждаю, хочу огонь. Ой, ребята, слушайте, меня что-то укачало немножечко даже. А тут еще можно на голове стоять чужой. Ого! Да, и толкаться немножко. И толкаться, так, Ульяна, я сейчас скину тебя. Ну-ка, брысь, ну-ка. На-на-на! Ну-ка, брысь, Ульяна! Сейчас Ева тебя укусит, как так, кусник нет, я тебя. А я уже все, я уже зараженный, мне уже без разницы. Ну, я сейчас Еву буду сам кусь делать. Ева, ну-ка иди сюда, Ева. Нет. Ева. Я вот на потолке сижу. Где? Минуточку. Нет. А я вижу тебя. Здравствуйте, Ева. Ева, здравствуйте. Кусь. Подождите. О, а как он туда забрался? Как он туда забрался? А как это? Да. А я, похоже, знаю. Смотрите, зеркальная башня. Не-не-не, все проще. Сейчас пойдемте спустимся. Непон, абсолютно непон. Но сейчас мы спустимся, и, возможно, пон. Ой, у меня уже что-то голова кружится. Да, я пройду, ты. А я что-то на голове тут стою. Да что такое? Да, я за... Тоже не могу. О, осуждаю. А что делать? Все, мы в другом измерении. Да как это так? Да ты достал, слышь. Вау. О, да как это работает? Ой, все, короче, пока. Ребята, в общем, вы должны просто прыгнуть. Да я прыгаю, не получается. Нет, вот ты встань обычным, да, и теперь прыгай. Не получается, Ульян. Ну, я сделала так, и вот, смотрите, я хожу по потолку. Ну, так нам не на потолок надо, нам на землю надо. Да, нам, наоборот, нужно на землю. А вы разве не хотели в зеркальном отражении? В зеркальное отражение нужно попасть немножко по-другому. Там, по-моему, был телепорт в Нуб Тауэр или что-то такое. Вот оно чё. Слушайте, а чё есть сюда идти, кстати, до финиша, да? Ничего, абсолютно ничего. Абсолютно ничего, да, даже бычь не дадут. Ой, слушайте, я, оказывается, потерялась просто. Я думала, что я наверху, но нет. О, я спустился. Так, а ну-ка, может тут вообще как-то вот так тут... Ой. О, Лен тоже бежит, я смотрю. Ага. Побежали. Слушайте, так классно ходить по стенам. Да. Вот в обычной бы башне тоже так бы было. Вообще очень здорово проходить все уровни, просто бежать по стенам. А что тут делает Пеппа? Пеппа? Не знаю. Вот я, кстати, ее видела. Непонятно. Так, я вот телепортировался в другой тавер, и вот, смотрите, да, это то, о чем я говорил. О, тут Ульяна на крыше стоит. Вот,
Вот, смотрите, вы попали сюда? А, вот, да. Ага. Нет, я не пришла. А я не пришла. Вот, пришла. О. Ого! Ничего себе. Круто. Слушайте, тут с этой стороны можно по башне походить. О, да, так, ладно, пойдемте с этой стороны. Я согласен, идея здоровская, погнали. Первопроходцы башни снаружи. Слушай, правда. О, я в дырочку залезла. Так, только не пройти тут. Я куда-то упрыгал! Нет, меня... Я не знаю, я улетаю от Тавра. Я прыгнул в эту дырочку, и все. Я не умираю, не могу вернуться. Я просто парю в воздухе. А с какой-то стороны? Да ты меня уже вряд ли увидишь, я уже даже не вижу Тавр. Ого! Вот это тебя занесло. Поэтому я, пожалуй, ресетнусь. Ой, Ульян, смотри, там что-то снизу. Да, непонятно, что это. А что если прыгнуть? Ну, давай попробуем. Ой, я что-то не поверила. Ой, меня чуть... Ой, тоже улетаю. Ой. Да, я тоже. Да, слушайте, так далеко. Классно. Я довольна, могу сказать, что очень-очень даже и здорово получается. Что если тут попробовать дойти-то все-таки до верха? Вон уже Йоши бежит. Я уже бегу. Догоняем. Меня не догонит никто, меня не догонит. Ай, я врезался. В лестницу. Ого, так исчез просто. Я вижу, ты подбираешься, вот, привет. Да, мы тут все пауки. Пауки. Так зачем ты меня кусаешь? Тебя сейчас кусну, тебя. Не надо. Да, иди сюда. Не сбежишь от меня, нет, не сбежишь. Нет. Так, Ева, вернись. Некрасиво так поступать. Вот ну-ка. И нет. А ну-ка, кусь. О боже. О, тебя тоже примагнитило к потолку? Да, да. Чувствую себя мухой уже, даже не пауком. Ева, ты муха, а я паук. Да? Да, иди сюда, кусь, иди сюда. Нет, где Ульяна? Ульяна, я бегу к вам, а вы же там же наверху. Все верно. Мы в другой башне, во второй которая. Да, я бегу. А вот и я, только я немножко не там. Стоп, да, ты с другой стороны! Ты с другой стороны! Привет, Ульяна! Ой, так забавно! Как будто вы моя тень. Да, точно. Или нет, отражение. Ой, да, именно так. Так, ну что, Ульяна, к сожалению, осталась по ту сторону башни. Вы зеркальное отражение друг друга. Ага. Ой, это точно. Я считаю, что все покусаны, все съедены, башня вверх дном пройдена, так что все отлично. На сегодня это очень даже план минимум выполнен. Так, а ну не дергай меня, не двигай, сейчас укушу. Иди укуси его. А, кусь. Я довольна. Так что, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки. Смотрите, уже Ёши плохо, так что мы побежали. Пишите комментарии и всем пока. Пока. Пока.